Одежда, выдерживающая суровые морозы до минус 50. И куртки с климат-контролем, идеальные для автолюбителей, одна из которых сейчас на мне. Сегодня в программе расскажем, как благодаря использованию высоких технологий и функциональных материалов создается верхняя одежда нового поколения. Начну с того, что скажу прямо. Большую часть времени в программе сегодня мы посвятим мужчинам. И первое, что покажем, куртки «Еврозима». Стильные, удобные, легкие, актуальные до минус 10, минус 15 градусов. Насколько комфортно будет в том или ином пуховике, зависит от теплообмена человека и качества верхней одежды. Плотная ткань с водоотталкивающей пропиткой удерживает тепло гораздо лучше, чем любая другая. При этом куртки «Еврозима» в качестве наполнителя содержат специальное волокно, обладающее высокой степенью теплоизоляции, поэтому прекрасно подходят даже для зимних пробежек. Доказано, что разные зоны человеческого тела выделяют не одинаковое количество тепла. И эту проблему конструкторы куртки с климат-контролем решили зонированным использованием самых современных материалов. Например, в области спины трехмерная сетка обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха. А там, где происходит максимальная потеря тепла, в области плеч специальный утеплитель с серебристым фольгированным покрытием отражает тепло назад. Таким образом, зональный принцип сочетания материалов обеспечивает равномерное распределение тепла внутри изделия. Также куртки с климат-контролем еще называют дышащими, благодаря использованию двухслойной ткани верха с мембранным покрытием, где первый слой – прочная дышащая ткань со специально водоотталкивающей обработкой, а второй слой – высокотехнологичная мембрана, обладающая превосходной паропроницаемостью. Куртки с запатентованной технологией климат-контроль защитят вас от ветра, снега, дождя. В помещении вам будет не жарко, а на улице до минус 35 комфортно. Именно поэтому их так любят автомобилисты. Куртки для северных регионов, выдерживающие температуру до минус 50 градусов, идут с двойным утеплением, где съемная пуховая подстежка и внутри современный утеплитель «Полтерм». Такая верхняя одежда максимально функциональна. Много карманов, трикотажные манжеты, отстегивающийся мех на капюшоне. И самое главное – это широкий размерный ряд от 46 до 72 размера. То же самое можно сказать про женские модели. Есть как стильные куртки для девушек 42 размера, так и варианты для роскошных женщин вплоть до 72 размера. Магазин «Бовус» представляет верхнюю одежду на различную температуру. Еврозима от 0 до минус 10 градусов, зима до минус 35 и куртки для северных регионов до минус 50. А также куртка «Автоджек» с климат-контролем для автолюбителей от 0 до минус 35 градусов. Магазин «Бовус», ТЦ «Зеленый», второй этаж.